общем, вот что у меня получилось. Я обычных купил. Как вы помните, они намажут нормально. Также починил, купив у него все гранатометы, которые у него были. Я уверен, что оружие модифицировать, но тут я не нашел компа, чтобы модифицировать его. Тут, по крайней мере, я не нашел. То есть он, может быть, и есть где-то, но это тот не работает, который только что был сбоку. Так, вообще мне нужно идти. Так, давайте посмотрим, куда мне нужно идти-то. А, мне нужно поспрашивать людей, я вроде, и узнать, что такое. What do you need? А, этот, который его юнит, постоянно говорит. Is there a problem? Bannon and Doc. She's one of the members of the council. Так, мне нужно в лабораторию. Потому что это, конечно, все хорошо. Потом к Мойре сходим. Еще задание Мойры сейчас должны пройти мы. Только я не помню, у кого его. То есть там нужны андроиды вроде еще искать. Первый этаж-то на что? Надстройка. Верхняя палуба. Не сюда, что ли? Да, видимо, сюда. Don't know you. I'm short on time. Кто ты такой вообще? Of... 15 ремонт. У них одинаковый ассортимент, что ли, с чуваком? Вижу, да. Morning. Научная лаборатория. Да-да, у нее сюда, я помню. Look, this is a restricted area. I'm tired. I... It's you. My heavens, you... You're James's son, aren't you? What are you doing here? You were too young to remember, and I suppose James never spoke of me. You mean you haven't? James? He was very... Complications from childbirth. None of... One thing that our exploration teams look for when they go out are seeds. Unfortunately, most seeds... Fortunately, they have found some seeds that are still... We have been experimenting with germination. We have been successful with some fruits and vegetables. Our plants are growing quite well in... If you would be interested in trying to grow some fruit in the wasteland, you can have one of each fruit tree on the hangar deck. Just bend down and take the planter that you want. All I ask is that you might... Yes, huh? This is the... Все с вами ясно. I suppose I can spare a few stim packs. Так, что мне нужно делать? То я скипаю диалоги. Hello, mister. Нет, мы сначала не пойдем, мы сначала еще. Что мне нужно сделать? Узнать историю Ривер Сити. Yes, yes, yes. But doctor, you there?
Это одно и то же задание? То есть оно заменилось этим, что ли? Нет. Ну что ты мне расскажешь? Что-нибудь про историю Нью-Йорк-Сити? Тёлки. I'm Janice Kaplinsky. If it hasn't got to do with the science quarters, I'm probably not the one to ask. Я помню, что надо будет бегать, искать. I've already told you everything. Rivet City is one of the few. I could tell you all about the science lab, but even though I was here near the start, it all seemed. Понятно. Ничего мне никто не сказал. Темновато здесь немножко. Средняя палуба. Хм, где же мне найти историю Rivet City? Где же ее узнать? Андроида мы тоже будем искать, но чуть позже. Тут вообще никого нет, это жесть какая-то. I'm on duty. Make it quick. Chief Harkness. Хм. Мне ли на рынок идти? Я не помню уже, как это проходить. Ой. Не туда. I'm Belle Bonny, and this is a... Не, я так, конечно, хотел выпить, но... History? What, not enough shit around here already? You need to dig up more? Don't know if it ever had an official start. It's just been... No, I can't fucking well share one. But fine. If it'll get you out of my face. Go down to Pinkerton's shed in the broke. If you decide. I'm Tammy. What a load of crap. Не, правильно, плохие дети не бывают, плохие родители бывают. С тобой вообще разговаривать можно нормально, не? Ясно. А не, мне не на настройку. Ты кто такая вообще? Stay away from me. No. Don't take me back. Really? Зачем я это сделал, тоже не знаю, ну ладно. На рынке кто-то точно может что-то сказать, я думаю. Тед Стрейер, you can... Dude, I only just got here, my...
На скорую, чувак. Это так чисто, он сейчас... Это не тебя, я, мужик, не с тобой хотел поговорить. What do you need? What do you need? И все. Welcome to Potomac. Доктор Ли. У всех 15 ремонт. А. Делай это магазин. Why I practically set this whole place up. When I got here 12 years ago, it was just a handful of dead enders squatting. Well, yes, but it was hard. I'm on duty. Make it quick. Не, с охранниками смысла нет говорить. This is a quick fix. I mean, that's the name of our shop. No, no, no. He's hopeless. Well, I don't really know, to tell the truth. Это уже неплохо. Я купил даже все, но у меня денег не хватит. Хотя нахуя мне столько химии? Я не думаю, что мне это надо. Начнем с тебя, мужик. What do you need? Ну да, начали и закончили. Made up your mind? Fred, I can't help you, pal. Yeah, he's totally... Годите, может, с ним еще раз можно поговорить? Whoa. Нет, это наркоман. Later. Это не то, что нам надо. Welcome to Potomac. Нет, ты ничего больше не скажешь. Ясно все с тобой. Хорошо. Ты ничего не говоришь. Тут вообще никого нет. Может ты? If you want any of the history. Ясно все. Все никто ничего не знает. Let me introduce myself. I am Gary. Then you are in for. Yeah, he comes by. Yeah, I know. Thank God he's a priest. I know a lot of places opened up when they got the hydroponics bay working, but that's hardly. Actually, Vera Weatherly might know more. She's always here and talking with folks, so if anyone's picked up a story or two, it... Да, много у него клиентов. Welcome to Gary's Galley. Can... It's named after... Here's a menu. What's the menu? I heard the place was settled by mercenaries who used to scavenge DC. Очень много... информацию у людей, я могу вам так сказать. Все просто... Nice to see you again. Я на это уже с ней говорил. Yeah, ты вообще со всеми уже разговаривал. Ну, может, кроме вот этой. What do you need? А, ну да. Yeah, с ней я не поговорю, видимо. I'm sure she'll just scrounge some from the lower deck. Видимо. Невидимо. А, ну, я со всеми уже разговаривал, я забыл просто, что нужно делать. Так, как у меня задание? Что в задании написано? Подлинную историю. По другим источникам. Я знаю, кто мне расскажет точно эту историю. Тот самый андроид мне ее и расскажет. Можем, конечно, к нему сходить. К нему не особо далеко идти. Вон туда. Давайте попробуем. Интересно, я убьюсь, если спрыгну в воду? А тут воды-то мало очень. Радиацию все равно, его перк прокачан, который минус 3 делает в секунду. Очень сложный.
Да, это будет реально очень сложно. И вообще, я сделаю вот так лучше. То на всякий случай я просру все отмычки. Сейчас у нас тут враги будут, это не есть гуд, как я помню. Ой, я слышу даже не очень добрых врагов. Видите, сколько опыта дают. Да. И дамажат они тоже неплохо. Хорошо. Сейчас. Я вас захерачу. Так вот и психа. Все. Я не понял, по какому этажу тут именно идти нужно, но... По-моему, сейчас нам плавать придется. Нет, видите, терминал. Дверь открывается не здесь. А Матью, где она тогда открывается? Кертон, ты, мать твою, где? А, его взрывом убило. Ну, хорошо. Сейчас подождем, пока он встанет. Вот и есть наш андроид. Собственно. О. Куда ты, мать твою? Что ты творишь вообще? Мужик. Ладно, секунду, перезагрузимся. И все хорошо, но мне пришлось использовать команду Килала, потому что враги из-под стен не вылезали никак. How the hell did you get in here? I suppose you can't be all that bad if you made it this. Stay sharp. What? I have better things to do than yak about those. Ha! Sounds like you've been poking around, all right. I'm for that, you have to go all. О, у него импланты продаются, что ли? О, имплант. О, цены у него, конечно, довольно-таки неоптимистичные. Пинкертон, мать твою. Дробовик я не хочу продавать. А нахер! Честно, друзья, вообще пофигу на этот... Дробовик. Я не могу принять. 11 есть еще. Мать его. Жалко, конечно, расставаться с некоторыми вещами, но... Уже не хватает. Всякие там сейчас...
вещи ненужные продам за жим чужих, куб чужих, конструктор чужих, генераторы чужих, все чужих. Give me a shout if you need anything else. Интеллект плюс один. Ок. Восприятие плюс один. Удача плюс один. Восприятие. Удача. Но это еще не все, я еще куплю. Куплю все импланты, которые только у тебя есть. Я не знаю, что мне на 27 тысяч продавать ему, но... Самое дорогое, у меня уже нет ничего такого дорогого даже, что ему продать бы мог. Гильзы ни хрена не стоят. То есть в кон для пищи я не продам. Сильно я много, наверное, набрал. Мне бы один хотя бы купить, не то что там все. То я давайте еще 28 продадим снарядов реактивных. Все топливо я им пользоваться не буду, как раз меньше патронов будет, меньше зависания в игре будет, мини ядерных выстрелов я тоже не намерен особо пользоваться. Дротики 14 тысяч осталось. Ладно, сейчас как я продам, продолжим. Как напродавался, получил несколько. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Stay sharp. Не то нажал. No one else could do it, that's for damn sure. Хорошо. Допустим, тело. Проводитель был. Регенерация здоровья, выносливость, ловкость, ПУ. Естественно, регенерацию поставим. ПУ не знаю. Выносливость, ловкость. Давайте ловкость поставим. На ногу нету, на ногу нету. Нету. Значит, вот те, которые у нас остались, мы поменяем как раз на тот, который 11 тысяч стоит. То есть посмотрим, что это такое вообще за 11 тысяч и куда оно ставится. Stay sharp. Мужик, я тебе продам импл. Он стоит вот. Вот это и вот это. А ты мне подаришь, ну у тебя по цене. Ты опутаюсь, блин. Thanks. Блин, да что ж я по ценам из своей торговли выхожу?
Хорошо. Ловкость. А что? Сила. Вот силу надо. Да чтоб тебя. Это 4 пула. Мне не нужна. Силу надо. Все, хорошо. Я думаю, достаточно на этом. Хорошо. Все время носить больше можем. Так, что там с заданием? Вернуться к Мойре. Хорошо, вернемся сейчас. Что ж, возвращаемся к Мойре. Угу. Aha! Not just as easy as asking around, was it? Good information takes real work. So? With the protected location. I've got to do a section on working with old co- Also, there used to be a big- And that'll be- Yeah, you should just be able to plug it into the mainframe at the Robco production- Так, я уже все купил. У него багается постоянно. Когда вы выйдете с этого, у вас опять она начнет говорить. Кстати, надо взять будет костюмы потом. А, не, о, исправили багу. Нифига себе. Прикольно. Так, теперь нам куда надо? Давайте посмотрим. Я хочу завершить эту книгу, чтобы она была завершена, и все. Теперь нам вот сюда. Хорошо, у нас прям туда телепорт есть. Почему нет? Почему сразу не пойти туда? Я вам хотел еще сказать, что вот этот меч, который я нашел, и которым себя зарубил, этот, как его, китайский генерал, он очень крутой, он ваншотит все. Вы чувствуете, сколько здесь врагов? А, вон там эти. Этих мы вот так убьем, я думаю. Если это все рад таракана, то очень несложно. Да это все рад тараканы, поэтому вообще все равно. Мы просто сделаем проще. Крыс. Ну и что-то я трачу патроны как сумасшедший. На это мне штурмовой дробовик и нужен. Чтобы не тратить как сумасшедшему. Очень много тут всяких мелких тварей.
Охереть, сколько здесь таких тараканов, а? Неужели это все, да? Нет, конечно. Тут еще их миллиард. Просто. Что тут их так много-то? Посчитать, я думаю, больше тридцатки точно есть. Тут самое то как раз для огнемета какого-нибудь. Просто всех очистить, чтобы никого тут нахер не было. Подо мной еще. Только непонятно, зачем два патрона тратить сразу на это, но видимо главному герою сколько же вас здесь твари, а? Единицы. Они бесконечные здесь, что ли? Смотрите, сколько их еще здесь. Кто меня дамажит? А, таракашка. Так, что мне тут нужно сделать? А, в суперкомпьютер установить. Интересно, друзья, вот когда я пройду все вот эти моды, ну все вообще, что просто мобы остались, да? Сколько у меня будет всего убито врагов за все время, а? Как вы думаете? Я думаю, 1010, если не 15. Протектроны бедные. Я не представляю, это на уровне на этом столько. А сколько будет на том, где роботы будут? Так, где тут вход-то вообще, блин? Я уже путаться начинаю.
Ну и нахер этих мобов. Это сбоку прямо тут. Не тут. Невозможно, наверное, всех истребить, потому что их тут столько, что... Вот он. Ой, блин, что нас здесь ожидает вообще? Тоже чувствую их очень много. Видите, они прям спавнятся. Смотрите, какой FPS. Ну, вы чувствуете. Представляю, сколько здесь врагов. Представляю. Мне кажется, скоро придется запись отключить, потому что вы чувствуете, я думаю, да? Насколько здесь все лагает. Ладно, я отключу, когда иду до компьютера, продолжу. Шел я этот суперкомпьютер. Часа... Ну, не часа, но очень много здесь врагов. Прям лаги до сих пор. О, роботы пришли. Наука 50. Так, что на науку влияет, друзья? Вот. Интеллект. Интеллект у меня 9. То есть я уже ничего не сделаю. Радиация минус. Интеллект плюс 12. Короче... Нету у меня, не смогу я взломать. Ладно, сейчас, друзья, побегаю и посмотрим уже.